Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 1 октября, мы отмечаем Международный день пожилого человека. Лично для меня человек пожилой – это тот, кто пожил и накопил в своей жизни много добра, света, тот, кто наполнил свою жизнь и свою душу счастьем, детьми, внуками, любимым делом. Я от всего сердца хочу поздравить людей старшего поколения и пожелать хорошего самочувствия, позитивных мыслей, ощущений, спокойных, благополучных дней. И сейчас для вас я прочитаю свое стихотворение «Души православушки». Бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки, души православушки, все ходили следышком предков моих, пращуров, в пору стародавнюю. Я же в настоящую помню их и славлю их думушки пресветлые, помыслы пречистые, семьи многодетные, конницы их быстрые, силу непомерную светом озаренную, душу откровенную, в Русь навек влюбленную, лягу на земелюшку теплую, родимую, будто в колыбелюшку всех веков единую, молвлю тихо словушко, нежное, приветное, пусть во всех сторонушках слышится заветное, внуки мои милые, в любости родитеся, ладные, красивые, в радости трудитеся, чуждою забавушкой зря не увлекайтеся, родну чтите славушку, ясно улыбайтеся бабушкам, прабабушкам, дедушкам, прадедушкам, душам, православушкам и ходите следышком.